Вот, да, Эдгард, именно так. Медитация благодарности раздражает, прям ломка в теле. Пару раз просто не смогла доделать, выключила. Один раз улетело, такое блаженство. Сейчас снова засыпаю, просыпаюсь, раздражение. Искренне благодарю вас за ваши знания, которые делитесь с нами. Это здорово. Вот. Это здорово, но один маленький нюанс. Тело же, оно уже, ну, мы говорили, да, что психосоматические явления имеют географию в теле. Вот и смотрите, если сломает, ну, как бы выкручивает руки, да, на деньги, то есть что вы не хотите руками взять? Если выкручивает ноги, куда вы не хотите идти? Задайте себе вопрос. То есть эти процессы были для того, чтобы вы увидели те сценарии, которые мешают вам. Которые мешают вам прийти к вашим желаниям, к вашим деньгам. Вот это самый главный момент. Это процесс. А сейчас мы его сделали так, что вы еще и выдохнете этот процесс из себя. Так здорово это будет. Добрый день. Чувствую себя плохо физически рядом с женой. Что, как почувствовать себя хорошо? Вот для этого как раз вот вышла новая медитация благодарности. Начните благодарить ее. Да, там произошли какие-то изменения в женщине. Женщина стала либо я ж матерью, да, либо и твою ж мать Терезой, потому что это страшнее намного. Да, это такой великий спасатель, который всех прощает, и ей очень больно. То есть где-то вы начали обижаться на нее, а она обижаться на вас. И эти обиды уже пришли так глубоко, так далеко. И когда они совсем далеко заходят, люди разводятся. Зачем доводить до этого? Жену и мужа терять, только менять, только время терять. Нет никакого смысла. Потому что если вы выйдете в другие отношения с той же самой обидой, ну не пройдет там 2-3 лет, как все вернется на круги своя. Куда бы вы ни уехали, куда бы вы ни убежали, это невозможно. От себя не убежишь, вы же всегда с собой. Эдгар, для чего люди переживают опыт жадности самому себе, экономии на себе? Это дает, что дает этот опыт? О чем это говорит и как убрать, и когда осознал в себе? Благодарю. Жадность – это страх быть бедным. Страх быть бедным всегда приведет к бедности. Поэтому жадность – это удивительная вещь. Да, когда начинаешь жадничать, а на кого ты начинаешь жадничать? На себя же. Ты начинаешь экономить. Ты начинаешь нуждаться постоянно. Это знаете, как в том этом, когда мужчина покупал всегда свежий хлеб, а доедал дома вечером старый. И он так получается, что покупая новый, он всегда ел старый хлеб. И эта жадность, она хорошему... Вы обращаете внимание на сны? Да, обращаю. Я им еще и управляю. Так это интересно. Потому что во снах очень много вы закрываете своих опытов, особенно те, кто медитирует. Это дает возможность просто снять там, то есть научиться это делать. Ну, в принципе, это не так трудно. Вот, то есть как проверить, как этот процесс прошел у вас или нет, по медитациям, да? То есть вы перед тем, как медитировать, да, вы все равно пишете процесс. Да, то есть куда вы идете, да, с каким запросом вы идете в медитацию. Допустим, благодарность. Я иду с благодарностью к мужу. Вы ходите с медитацией, вы чувствуете благодарность к мужу или нет? Вы чувствуете тепло к нему? Если вы не чувствуете, ну вы уснули, вышли и не чувствуете ничего, нет. Если вы уснули, вышли и вам кайфово, и видите этого великого человека, своего мужа, ну, значит это здорово, значит она работает. Это процессы же. Прошу вас, помогите моей сложной ситуации. С гражданским мужем и со семьей отношения не складываются. Что делать? Складывать?
гражданским мужем, его семьей отношения не складываются. Но он не ваш муж, Катерина. Он ваш сожитель. Муж – это когда мужчина дает вам свою фамилию. Да? Он берет из рода отца женщину в род свой для усиления своего рода. А если вы просто так живете, ну, значит, вы просто так живете, и отношение к вам, его семье, начните благодарить его маму и папу, да, за то, что он есть. Начните благодарить его род. Если, говорит, вот он со мной живет и не женится на мне, значит, род не принимает вас. Что для этого нужно делать? Благодарить род. Вы знаете, удивительно, у меня была девушка, она и сейчас есть, удивительная, прям удивительная, правда, девушка. Она вот сейчас развелась с мужем недавно, тоже у нее там были процессы свои очень мощные, сильные. Да, но когда мы начали смотреть, что происходило-то, то есть вот в этой семейной жизни, то есть, а там было удивительное непринятие самого рода, рода мужа, как бы она ни развелась. Да, это же невозможно. Наладить отношения, да, бывает там всевозможные моменты, да, когда мама там является там женой своего мужа, там очень там игр в мозге миллиарды, как вот, ну, то есть, правда, их очень много, но вы-то будьте умнее, или дурнее, в конце концов, будьте дурой, начинайте все это благодарить. Кто не может поблагодарить? Через что вы не можете поблагодарить? Через гордыню. Ну, это смертный грех, говорят в христианстве. Те, кто верит в христианство. Ну, то есть в Иисуса Христа. Я верю.